Главный воронежский единорос Владимир Нетесов заявил, что овощи в магазинах подешевели в 2 раза. Давайте узнаем у воронежцев, заметили ли они понижение цен. Оцените, пожалуйста, стоимость овощей в Воронеже. Ну, морковка очень дорогая, не знаю, в Воронеже, наверное, сейчас подешевело, но 160 рублей летом – это перебор, конечно. Ну, все дорого. И лук 35, когда у нас лук был по 35-15, всегда было. Очень дорогие овощи, я не знаю, будет ли кто-то что-то закрывать, если не со своего огорода, ну, навряд ли в этом году. Цены на продукты вообще изменяются каждый день в сторону увеличения. На хлеб, на все, на овощи, наверное. Ну, дороговато, конечно. А на какие продукты? Так, извините, я один. Да вообще и борщевой набор тоже дороговат. Картошка чуть подешевела, но все равно дорого. Свекла, морковь дорого очень. Ну, вы знаете, я считаю, что стоимость обычная. То есть мне доступно и все хорошо. Ну, в разных магазинах по-разному, но вообще, конечно, мне кажется, это критичная уже ситуация на самом деле. Потому что, ну, к примеру, пару лет назад они стоили гораздо дешевле. Может, в десятки разрешили. Мне кажется, за полгода, ну, раз в 8, наверное, как минимум. Может, в 10. Ну, я видел, морковка отлично стоит, там, почти по цене ананаса, наверное. Свекла еще дороже. Картошка, ну, в районе 80 рублей для такой страны. Мне это очень забавно, конечно. Ой, ну, сейчас получше стало, конечно, по сравнению, там, допустим, недели 3 назад, что было, это сейчас немножечко получше, но, конечно, еще дороговато. Но морковь, вот, свекла, картошка уже приемлемая, да, уже. Ну, в принципе, все, можно уже как бы потихонечку. Так, у меня маленькая семья, поэтому я могу себе так по небольших количествах позволить. Конечно, хотелось бы, чтобы поменьше было, но есть надежда, вроде обещали. И, наверное, сейчас вот сезон начнется своих овощей. Будет полегче. Мы живем надеждой.